Из пятой серии турецкого сериала «Три куруша» вы узнаете, как отреагирует Низих на брак Бахар и Картала. Сможет ли он противостоять этому браку? Что за конкурент возникнет у Картала и кто его отец, который тоже скоро появится в сериале? Продолжится ли отношения между Лейлой и Эфе? Кто следующая жертва Ирфана? Расскажет ли Актай своему сыну о том, что встречался с Ферханом? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем видео. Начнем с вопроса о реакции Низиха на брак. В самом конце предыдущей серии нам успели показать, как Бахар и Картал пришли известить его о том, что они официально поженились. В пятой серии мы увидим продолжение этой встречи. Картал и Бахар расскажут, что все репортеры только и говорят об этом. Затем Картал достанет смартфон и скажет Низиху, что идет прямая трансляция. Низиха и его заместителя молодожены попросят высказать свои пожелания. Низиху придется это сделать. Также молодые объявят, что вечеринка по поводу свадьбы состоится через два дня. Как будет происходить эта запись на камеру, можно подробно посмотреть в промо-ролике к новой серии. А мы пока пойдем дальше. Как мы и говорили более двух недель назад, Картал и Бахар поженятся и будут работать вместе. Любви между ними пока нет, но Бахар скоро привыкнет к мужу. В результате фиктивного брака Картал, во-первых, остался жив – а во-вторых, он не будет на побегушках у Мисута. Что касается Бахар, то она не вышла замуж за того, кого предлагал отец. Кстати, о том, кому хотел угодить Низих, выдавая Бахар за его сына. Пару серий назад он говорил дочери, что таким тоном с ним могут разговаривать только два человека. Первой была Бахар, а второго мы скоро увидим на экране. Имя его Байбарс. Этого человека боится даже Низих. Кто помнит Эмиля Пашу из «Чукура»? Вот этот актер и будет играть нового персонажа. У Байбарса есть сын. За него Низих и собирался выдать свою дочь. Скоро этот сын станет очень серьезным конкурентом для «Картала». У нас есть большие подозрения, что это именно он 25 лет назад убил мать Фана и пометил руки детей. Скорее всего, он станет еще одной мишенью. Но это случится явно не в ближайших эпизодах. В прошлой серии нам показали, кому еще Ирфан собирается выписать путевку на тот свет. Насколько мы поняли, следующей жертвой должен стать флорист Кадир. Он расскажет Карталу, что произошло с ним 25 лет назад. Картал, скорее всего, не станет делиться этой информацией с Эфе. Он сам попробует поймать убийцу и опять опоздает. Что касается дальнейших отношений Эфе и Лейлы, то скоро их любовь начнет давать сбои. Мы заметили, что и Эфе тоже тянет к девушке. Однако мы видели, как его мать отнеслась к Лейле. Также многие помнят, что квартал дружит с Эфе только по краткосрочному договору. Да и весь квартал недолюбливает Эфе за его профессию. Это и есть те самые проблемы, из-за которых начнутся сбои в отношениях. Эфе и Лейле на пути к своему счастью придется все это преодолеть. Что касается Актая, то он скоро придет в себя. Однако он пока не скажет Карталу, что встречался с Ферханом. Более того, он переосмыслит слова Ферхана и задумается, может и действительно стоит отомстить своим обидчикам. Это был наш собственный прогноз для канала Турк ТВ. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кому понравилось, ставьте лайки. Премьера пятой серии сериала «Три Куруша» состоится на канале Шоу ТВ 29 ноября в 8 часов вечера.